Привет, друзья и гости нашего канала. Сейчас мы проезжаем мимо пожарной охраны. Я не знаю, сейчас здесь есть эта пожарная охрана или просто здание, потому что у нас очень много новых пожарных охран. Почему я знаю эту пожарную охрану? Когда я приехала в 80-е где-то годы сюда, в Щучинске, я устроилась и работала здесь инспектором отдела кадров. Затем я перевелась в инструктора и была инструктором по профилактике. Ну и сейчас мы вот свернули с Тургайской на улицу Толкунова и свернули на улицу Кунаева. Почему мы сюда свернули? Мы почему-то подумали, что это улица Степана Разина, но немного ошиблись. И сейчас мы с вами вместе проедем по этой улице и посмотрим. Оказывается, мы здесь не ездили. Нам показалось, что мы здесь уже были. Но нет, эта улица для нас, можно сказать, неизвестна. Мы ее не видели и не ездили сюда, но, если честно, и не знали. И вот мы теперь и не знаем, какая она все-таки была раньше. Или она была Кунаева улица, или ее уже переименовали. Видео снимали мы 7 декабря 2021 года. Был морозный день. Как вы видите, все деревья выни, очень красиво. Ну и мы решили проехать на улицу Степана Разина. Попали сюда. Степная почему-то написано 4. Ну, тут она перехлёстывает. Да. Вот смотрите, здесь непонятно и улица Кунаева, и Степная. Но вообще-то она не так Степная. Она должна проходить от вокзала. Ну, со стороны станции и вверх. Но мы вот свернули здесь вот закоулочек. Почему-то на домах написано Степная. Видно, она здесь разворачивается. -14 градусов сейчас. Да, минус 14 сегодня. Вот сейчас мы пересекли улицу Толкунова. Такая она неровная дорога, здесь как бы гористая, выше, ниже. Мы как-то проезжали летом давненько, но подзабыли уже. Надо проехать еще раз и посмотрим. Так, а эта улица у нас... Пугачева. Вот пересекли улицу Пугачева. Печка шумит. Снег белый, чистый. Пушистый, да. Он где-то с утра шел снежок такой прям. Красивый, без ветра. Сейчас уже нету его, но вот он насыпал. Снег блестит на солнышке. Деревья в инее такие красивые. Это улица у нас Октябрьская. Вот сейчас улицу Октябрьская пересекаем. Да, здесь вот именно такой вот возвышенность. И поэтому, кажется, дорога такая неровная. Красивая. Так,
это улица Елемесова. Вот мы пересекли улицу Елемесова. И едем дальше. Мы сегодня взяли машину. Нам надо было проехать в больницу. Но раз мы уже взяли ее и решили проехать, я сразу с собой беру стабилизатор, телефон, на который я записываю, и всегда думаю, если что, может быть, куда-то проедем или по пути снимем. Но сюда мы специально поехали, это не по пути, но я говорю, давай проедем. Так, а эта улица, вот какую мы за Октябрьской-то у нас. Ой, а вот здесь вообще ничего? Не улетим? Это хоть она, хоть эта улица. Я что-то не знаю. Куда-то мы заехали, но я почему-то боюсь. Давай назад лучше. Нет, это, наверное. Ты боишься? Ну, высота какая, смотри. И что? Мы не хоть не это. Не это. Ну, здесь мы вообще-то не ездили по вот такой вот дороге, но тут кто-то посыпал. Как-то даже страшновато. Я вообще такая трусливая, боюсь, когда с высокой горы спускаешься. Ну, вот мы спустились, и как раз мы выехали. По-моему, это не это, не та улица. Вот, видишь, военкомат. Здесь написано «Интернациональная». Вообще непонятно, куда мы попали. Ну, давайте все равно, раз мы уже проехали. Вот смотрите, это осторожно, машина. Вот эти вот двухэтажки, это вот где получается район военкомата. Район военкомата. Вот. А следующий 8 марта будет, да? Улица. Параллельно вот этой улице. Ну, не знаем. В общем, надо посмотреть, какая улица была до этого, которая сейчас вот Кунаева у нас. Вот военкомат. Степана Разина следующая, по-моему. Ну, поэтому мы не ездили. Вот это 8 марта. Да, вот 8 марта. А следующий, да, Степана Разин. Это улица 8 марта. Вот здание. Что здесь было? Ну-ка. Вот в этом. Промторг был здесь раньше. Промторг? Да. Ага. Ну, раз мы это уже проедем. Ну, вот посмотрите, какие здесь дома. Вот тоже старый дом двухэтажный. Этажка деревянная, развалившаяся, ну как развалившаяся, уже разобранная. Развалили, да, старые они уже. Вот такая, вот, по-моему, вот это Степана Разина. Так, сейчас я приеду.